Пока! Мені тут не криво. Я тут каштанчик. На. Гулять тоже надо, скоро покрывать опять. Вот накладная. Граноцев, відсев гран. 550 гривен тона и 300 гривен доставка. Я купил 10 тонн, это 5500 и плюс 300 гривен доставка 5800. Граноцев покупал по Харьковской. Кто наши местные знает, у Цимбала Олега. 5800. Это я купил на заливку клеток. Дописываем. До общей суммы сарая 5800. Я напишу тут гран отсева так. 5800 еще идет плюсик. Ну и сюда потом цемента возьму, допишу. И так все пишем потихоньку. Я думаю, вопросов не будет возникать. Сколько потратили на сарай. Кто так следит и будут постоянно наблюдать и будут понимать. Граноцев сам по себе бомблячий. Вот буду колотить чисто граноцев, один граноцев без добавления песка. Ну, думаю, без добавления песка. Хотя песок у меня хороший, белый, мытый. Попробую и так, и попробую и так. Граноцев, цемент и заливаем клетки. И вот накладную кладу в кабинет, в бухгалтерию. Конечно, не доделано, но надо те остальные поприносить. Тоже у меня дома лежат. Вот так. Это Костя оставил себе. Это что осталось с одного кабана? Продали. Костя оставил себе. Себе и Боре. Вот Боре дал косточку. Курка не сушка. Давай на выход.
москвичи. Вот за 2 дня. Тут получается 6. И тут вот 1. За 2 дня 7 яиц. Нормально, нам хватает на семью. Пойдет. Темная ночь. Только пули свистят. И также косточку даем Аське. Она ее, ну, грубо говоря, там и мякоти нету, мяса, что есть. Ну так, обгрызает, зубы точит и чем-то занята. Потому что скаулит все время, чтобы ее с ней бегали, игрались. Ну а за ней смотреть надо. И я так ей даю какую-то большую, и она вот развлекается себе потихоньку. Она пока в вольере, и тут в сарайке курятничку в старом. Под присмотром, хоть не сильно за нее переживаем. Что такое свиньи на норме? Вот 2,5–3 килограмма норма у них в сутки. Это свиноматок поросных. И вот это вот тут пройдешь по двору, туда-сюда, а если воду набираешь, это вообще постоянно кричат. Вот 1-2 постоянно кричат. И сейчас насыплю, она поест и все равно кричит. Вот так начинается утро у нас. Вот что ты кричишь, канторшу? Утро. Эту клетку я наготовил для пороса, для поросят. Сюда повешу красную лампочку для обогрева и розетку туда сделал, включать лампы для обогрева. Ждем опороса. Вот от этой мадмуазели рыжушка, юрочек наш, юрчишка. Это чуть попозже, через дней 20 после той. Ну что? Ага, ага. Это у нас канторша. Первоходочка покрыта. Посмотрим по канторам. Посмотрю, какие свиноматки, чистый кантор. Что дешевле. Каждый раз у меня новый рецепт, поэтому рецепты у меня одни и те же. Что самое дешевое, то мой рецепт. Также, друзья, насчет помощи. Мне там предлагали помочь. Давай поможем на сарай, на бетон. Кто там еще нашелся? На какие-то саморезы, на ведра и так дальше. Дайте ваш адрес, мы вам будем посылки высылать оттуда, оттуда. Спасибо, не надо. Помощь от вас, вы и так нормально смотрите меня. Я смотрю, удержание хорошее, просмотры идут. Что мне жаловаться? И так спасибо. Смотрите видео моих. Вот у меня старый буряк. Вот такой. Мешок был, и я-то каждый день по чуть-чуть им нарезаю такими кусками. Он уже, ну, вялый такой. И все, что есть, картошки, лушпайки с картошкой, да все, все отходы, которые есть, иду. И каждое утро, когда управляюсь, даю им. Поросная ей надо. Также кто-то просил, покажи
Машку. Давно Машки в эфире не было. Машка — это самая, ну, грубо говоря, Машка — это та, в которых я открывал канал 2,5 года назад. Машка тоже поросная. И этим туда кинем. Вот так. Пускай сейчас разберутся там. На. Все едят. Все подряд едят. Не бывает такое. Не едят. На. У меня такие моменты не проходят. Все едят бурячок. А Кнопа там он в кормушечке что-то, ей там лучше. Боря буряк, наверное, не ест. Ну, а ты берешь, ты будешь его есть, Боря? А? Ну, на. Ага. Не мясо? На. Все, на, Боря, хорош, хорош. На. На, бурячок. А, бурячок, нет? И вот, ну, грубо говоря, вот и все. И так же само даю корм и воду вечером. Вот это такая возня со свиноматками. Со свиноматками работы, ну, почти нет. Управка закончена. Бывает, закрываю двери. Ну, сейчас жарко, не закрывая открытые. И после того, как я управился, занимаюсь, там я тоже уже все дал, занимаюсь своим. Куча, я смотрю, такая не маленькая граноцева. И сейчас вам покажу, чем я занимаюсь по сараю, что я там делаю. Также по вагону под зерно, склад под зерно, что мы хотим делать. Я начал подрывать доски с полов, и что я обнаружил. На самом швеллеру лежат типа деревянные подкладки, подпольники. И подпольники лежат на швеллерах. Но когда мы сюда тянули этот вагон с другого места, подрывали кое-где швеллера. Вот оторванный швеллер и тот оторванный швеллер. Итого получается. Сейчас я вам покажу. Вот здесь оторванный швеллер. Я его хочу выровнять и заварить. И здесь тоже. А нет, здесь нормально. Ну, этот вообще выкрученный. Его вообще, получается, оторвало. И получается, такие полы движимы. Прогибаются. И что я решил? Мы эти все швеллера я позавариваю где надо. И по центру швеллеров сделаю две таких, как типа маленькие столбики с кирпича. Подниму, подопру полы, чтобы когда будет сюда нагрузка, а сюда мы хотим и 20 и больше тонн кормовых. Поэтому поподкладываю все под каждый швеллер. И опять назад верну все доски. Сам вагон по себе очень сухой, не сырой, сухой. То есть тут для зерна и для крупорушечки, для того, чтобы колотить корма, будет очень удобно. Единственное, что полы надо поподпирать, и будет нормально. Это тут так решили. И показываю в самом сарае, что у нас происходит по самому сараю.
У нас спустился дождь. Дожди пошли. Ну вот, получается, по перегородочкам, по маленьким, по 50 сантиметров высотой, я их уже сами, каркасы этих перегородочек, наготовил. Сейчас я сварку выключу. Сварка, кстати, вот эта цыганская, очень хорошая. Понятно, что купил дорого, но есть уже. Это изготовил уже последнюю сюда. И теперь получается, как я планирую. Я планирую на стойке понад стенкой. Я сначала... Сейчас я покажу, как я буду сначала. С самого начала привариваю вот эту стойку. Вот эту стойку, к примеру, я приварил. Вот так вот. Приварил сюда. А к этой стойке уже обшитую оцинкованным металлом толстым закрепляю вот эту вот перегородку. Нижняя часть зальется в бетон. И потом вот этой перегородки она будет зашита. После этого начинаем заливать все клетки. Клетку залили, одну, вторую, третью, пятую, десятую. Заливка закончится, и потом уже доварю вот эту часть, вот от несущей стойки до несущей. Тут или так вертикально поставлю палочки, арматуру или трубы, или горизонтально, а там как-то перевяжу. Ну, то есть это уже такое. Эти самые хвосты буду обрезать уже по факту, вот по внутренней стороне, чтобы они сюда вовнутрь соприкасались, и буду варить или уголками, или сразу приварю. Там до той стойки приварю, здесь до этой стойки. Та стойка вверх заварится, а нижняя часть зальется в бетон. И так, грубо говоря, все. Поэтому над клетками начали работать. Уже гранатцев уже есть. То есть сейчас я их обшиваю металлом. И начинаю их монтировать. Тут каждую уже по уровню ставить, как мне надо. И после этого начинаем уже заливать. Там уже, когда зальем, уже вершки поварим, то уже такое там, грубо говоря, не столь важное. Ну а так, вот чем я занимаюсь именно по сараю. Вон у нас дождь идет, но у меня тут пленкой позакрывано, ну кое-где подтекает, пленка подырявилась за зиму. Ну вытяжка вот тут одна открыта на половинку, вот это вот, тянет, сильно тянет туда в одну. Я их все не открываю, хоть даже тут сварочные работы, потому что может просквозить. Тут надо будет делать какие-то задвижки на каждой вытяжке, потому что сильный сквозняк будет. Но я потом дымом проверю, вот у меня половина открыта, и тут сильно сюда тянет. Я потом дымом красным или синим дымом, когда окна уже будут открываться, ну, функционировать так, как они должны, и мы дымом проверим, какие вытяжки и куда они вытягивают. То есть, судя по всему, как я рассчитал, воздух заходит в окно в середину и вытягивает все в вытяжку. Так само и снизу дым пустим и посмотрим, как вытягивает хорошо. Но это все покажу наглядным образом. Короче, по сараю вот такие движения у нас. Пока особо показывать, вот мы сделали вот так, нечего. Пока я сам, время не теряю, там металла наготовил уже на обшивку этих перегородок. И сейчас буду обшивать эти перегородки и потом их монтировать сюда. То есть металла рассчитал, как раз хватило. Не хватило две маленьких палочки 20 на 30 профилька. Сейчас что-то придумаю другое. А так все в притирку. Так что вот так. Так что всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем пока.